Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Мальчишки приехали, да. Четверо. Приехали из Питера, повторюсь, да. Там у меня Тимба есть такая огромная, она танцует все время. А тебе не холодно без куртки-то? Нет, отлично. Смотри, сегодня 12 градусов было, я выходила. Да, да, 12. А я и думаю, что же мне так холодно было? Утром было. Замерзла. Замерзла? Холодно, холодно. Какие новости? Тяжелые. Очень много малышей на капельнице. Очень много. Сними, пожалуйста, малыш как раз у меня лежит. Да, один поехал на доску. На это, на катетер ставить, да? Поехали. Ну вот. Это наш лазарет, или как это называется-то? Вот манёвки такие. Лежит, укрыли его. Да, мой сладкий. Ты мой сладкий. Это я сейчас капать буду. Поправляйся давай. Это мое ложе. Сегодня я здесь спала. До 4 утра капала. А потом пришлось здесь поместиться вместе со всеми. И сейчас утром капаем, но дети очень тяжелые. Очень. О, посмотри, какая кровь. Повернись сзади. Купили опять на 60 тысяч. Купили 100 профилей. Друзья, спасибо. Сейчас мы смогли купить 100 штучек, а значит, мы продолжим вольеры. Сейчас мы заканчиваем вот до сюда, потом начнем делать здесь. И нам надо там, чтобы малыши могли выходить на улицу. Это, конечно, капля в море. Это, ребята, капля в море. Вот эти профили мы купили вместе с заставкой на 63 тысячи. Втягиваем сеткой новые вольеры. 6 вольеров новых. Завтра приедут новые собаки. Сделали им еще 3 вольера. Пока заготовка на 3 вольера. Завтра надо будет переставить несколько бытовок, чтобы полностью закончить нам ряд. А здесь бытовки стоят, пожароопасно. Надо будет их сделать через одну. Завтра мы убираем 6-ю, 4-ю, 2-ю. Специально, чтобы у нас был промежуток между каждой бытовкой. Чтобы, не дай бог, надо предусмотреть все. А все предусмотреть невозможно. Друзья, благодарю вас. Мы купили немножечко профиля. Мы купили немножечко сетки. Это капля в море, ребят. Но хотя бы эта капля помогает нам не стоять на месте и двигаться потихонечку дальше. Буянит Флорик. Хочет, чтобы я выпустила его погулять. Бытовки. Домик рабочих. Самый первый вольер, который с чего начиналось. Дальше там вот до конца уже вот расставлены бытовки. У некоторых уже
сделаны вольеры, некоторых нет. Ну и вовсю кипит работа сейчас вот здесь. Вот здесь вот ребята пилят, режут, строгают, сваривают. В скором темпе будки и вольеры. Даже без навесов пока. Нет, навесы над будками небольшие есть. Так что вот сейчас делают немножко по-другому, потому что надо уплотниться и побыстрее перевести оставшихся собак. Немножко сетки осталось. Вот. И немножко профиля, совсем мало. Так, а вот и приехали наши ребята. Да, мои золотые? Маминые. Так, все, две переноски уже разгрузили. Две переноски вон разгружаем. Так, и вот этих сейчас будем разгружать. Да, мои солнышки, маминые. Мамины приехали. Рыжик, рыженчик, мамин мальчик мой хороший. Сейчас, мои золотые, сейчас мама вас разгрузит. Отлично. Ну все, ребята, вот наши 6 вольеров заканчиваем. Приехало 21 собака приехала сегодня у нас. Осторожно только, ребята. Осторожно, мальчики. Так, клетку разгрузили, хорошо. Отлично, две разгрузили. Ай, вы мои золотые. Ай, вы мои красивые. Мамины медвежата. Мои хорошие. Ну, приехали люди из Москвы, вот, привезли целую кучу корма. Вот. Спасибо, солнышко. Рот, туда тоже, ложи на полку. Вот еще третий. Ребят, стоп! Лекарств еще полно.